Так, итак, друзья, мы приехали в одно интересное место. Остановились в тихом, уютном, тоже вместе, в тихом, уютном месте, нашли паркинг. Угадайте, где самое тихое место у нас может найти человек? Покой? Конечно же, это кладбище. На самом деле, не всегда мы паркуемся у кладбища, ну, частенько это бывает. Вот, приехали в красивое место недалеко от Аликанте, от нашего города Тревьеха. Это нам заняло около 2 часов на караване. Ну и вот, в принципе, переходим. Смотрите, какой здесь обрыв. Ух ты! Напоминает мне немножко висячие дома в Куэнке. Такая вот дорожка, на самом деле, идти по ней очень-таки сложно, потому что она вообще ни разу не ровная. И вот здесь у нас внизу течет речка. Речка под названием Карейнт вроде. Все время забывают у нас имя. Мы находимся в городе Бирайнт. Посмотрите, боже мой, какая красота. Какая красота. И спускаемся вниз. К тому месту, ради которого мы сюда приехали. Лабиринты из окон и пещер, построенные в скале человеком когда-то давно. Это удивительное место, которое находится совсем недалеко от Аликанте. Находится рядом с городом Бакайрент. И называется она Коветес дель Морос. Чтобы попасть в пещеры, нужно, конечно же, купить билеты. Билеты продаются на сайте. Стоят они 5 евро. Приезжаете, показываете QR-код, и вас пропускают. Нужно, чтобы подняться к пещерам, нужно сначала спуститься. Именно у устья реки были построены эти пещеры. Река у нас называется Кларинейт. Кларинейт вроде как, потому что все время забываю это название. Эльбидаду подаба, Кларинейт. Это просто удивительная вещь. Попадает в какие-то пещеры, лабиринты, действительно. Здесь очень низкий потолок, видимо, передвигаюсь. Мы в таком состоянии. Ждем остальную группу. Сейчас подойдут. Очень был крутой подъем, я запыхалась. Я не existía. Que esto lo que es lo que quería hacer una familia. Hacerse una habitación para dentro de esa habitación hacer depósitos de comida. Ух ты, я на втором этаже. В общем, все эти комнаты были раньше изолированные, и не было вот этих отверстий, просто их сделали для удобства, чтобы переходить из комнаты в комнату. Но каждая комната здесь принадлежала определенной семье. Семья жила в этом городе, который находится рядом, и здесь они хранили свои запасы, какие-то агрокультурные запасы, возможно, что-то более ценное, неизвестно. Но, тем не менее, вот каждой семье принадлежала определенная комната. Чтобы попасть на второй этаж, нужно вот залезть. Как выглядит лабиринт в скалах, господи, это холодный какой. Почему он находится в лабиринтах?
Окей. Culo en tierra y por abajo, dos tumbares, niños ahora. Давай. Мы должны скатываться, как с горки. Para gordos es imposible, yo creo no, que... No, no es imposible. No, no se puede... El problema está en los hombros. Ah. O sea, aquí el problema de la visita de tres rodetes es el primer agujero. Ah. Si tienes grandes hombros, no pasas. Pero tienes que medir unos 20 de hombros. Ah. Eso... Ждем остальную группу, потому что все очень разного возраста и пытаются спуститься. Хорошо, что мы маленькие, худенькие. Я спросила, можно ли сюда толстым попасть. Они сказали, в принципе, все проходят. Главное, ширина плеч. Если проходят плечи, независимо, какая у вас там уже масса снизу, проскочите. Но если что, маслом намажем. Dentro de estas cuevas siempre estamos a la misma temperatura. Eso es, sí. O sea, 20 grados. Invierno y verano. 20. Entonces, ¿se puede vivir? Puedes vivir. ¿Qué? O sea, ellos lo hacen fuera de casa, pero tú piensa que esta gente que construye esto vive en la boca y viven en cuevas, bajo de tierra, o viven en esta mujer por debajo. Y si la temperatura es 20 grados, ¿sí? Vale. В общем, гид говорит, что температура здесь всегда одна, 20 градусов, и зимой, и летом. Это удивительное свойство, которое, конечно, имеет скала. Поэтому здесь и выбрали мавры, берберы, хранить запасы зерна и прочих снеди. Так, ребята, экскурсия длилась час. Мне показалось, что она прошла 5 минут. Ну что, когда выходишь, понимаешь, насколько люди ценили свой урожай. Мы побывали в древних амбарах, где хранился урожай мавров, потом тут уже и римляне хранили свои добычи. Я думаю, что может быть даже какое-то золото, где когда-то. Я бы здесь хранила, наверное, золото. На самом деле это идеальное место, чтобы хранить урожай. До него не доберутся ни звери, ни птицы. И это, я думаю, что такое не каждому дано, иметь свой амбар где-то в горе. Имели его, наверное, богатые люди, которые... Типа такая дача. Дача для хранения урожая. Интереснейшая, увлекательная экскурсия, которую провел супер-классный гид, потому что реально он очень позитивный, живой, рассказал очень много интересного, вы сами в этом убедились. И, к сожалению, увидели мы только один этаж, больше не получается, потому что туда попасть практически невозможно. И эти комнаты, которые находятся на других ярусах, они изолированы, и вход в них только извне, по веревкам как-то пробираться, конечно же, это не в наших силах. Но мы вам показали все, что увидели, и будете в этом районе, обязательно посетите, поставьте лайк, напишите комментарий. Точку под нашим видео на этот объект мы, конечно же, оставим. Но мы отправляемся дальше. Я хочу посмотреть городок, который тут находится, и мы его вам тоже покажем.